Загранпаспорт подорожал, Слава Борисовна. Естественно, наверное, не всех это радует, но необходимость была в этом, да? Как? В связи с чем связано подорожание заграничного паспорта? С сегодняшнего дня вступили изменения в налоговый кодекс, во вторую часть его, об увеличении государственной пошлины. Увеличилась пошлина только на биометрический паспорт. Теперь вместо 3500 будет паспорт стоить 5000, вместо 1500 для деток до 14 лет будет стоить 2500. Второй паспорт, который у нас оформляется, это 5-летний, госпошлина на него не увеличилась, и стоит паспорт 2000, остался стоимость его, и деткам, которые до 14 лет, это 1000 рублей. Ну, я так понимаю, что, наверное, многие жители Калужской области заранее знали об этом подорожании. Наверное, я так предполагаю, что последний, может быть, месяц-два, может быть, и полгода ажиотаж в получении заграничного паспорта был, наблюдался вот в вашей структуре? Да, наблюдалось увеличение. Эта тема уже поднималась не раз на законодательном собрании. Слухи ходили об этом уже, наверное, где-то полгода. У нас всегда эта услуга пользовалась популярностью. И очень хотелось бы обратиться к нашим слушателям о том, что заграничный паспорт желательно делать в течение всего года, а не только когда наступает отпуска и период летний, потому что, чтобы не было вот этих наплывов больших граждан. Как правило, после, наверное, сентября месяца услуга становится менее популярной и проходит в нормальном режиме. Как только наступает у нас апрель месяц и до вот сентября, у нас всегда большое увеличение. Это ежегодно происходит, не только в этом году. И поэтому хотелось бы, вот, чтобы наши уважаемые слушатели пользовались этой услугой в течение всего года. Насколько я знаю, что уже с недавних пор, если лет не 5, наверное, даже больше, заграничный паспорт можно получить не только придя в ваше подразделение, но есть и другие альтернативные способы, и говорят, даже удобнее и быстрее. Да, с 2014 года у нас расширилась сеть многофункциональных центров, это так называемые «Мои документы», в которых можно подавать на заграничный паспорт только старого образца. И в настоящее время эта услуга тоже пользуется очень большой популярностью. И через МФЦ подают достаточно много, где-то 30% населения, потому что, ну, и комфортные условия, и удобно очень, потому что МФЦ у нас 105 филиалов на всей территории Калужской области. Это достаточно много, и, то есть у нас и в деревнях, и, то есть, практически везде это можно делать. Также можно оформить заграничный паспорт, тоже очень пользуется популярностью, это через сайт «Государственные услуги». В настоящее время 30% скидка до конца года, она сохраняется при подаче документов на заграничный паспорт, как на 5-летний, так и на 10-летний. Через портал «Государственные услуги» приглашаем людей ко времени. Если это время их не устраивает, это не обязательно приходить в это время. Можно подойти по живой очереди, как бы без вопросов. У нас паспорта есть. Вот, но можно отдельно сделать биометрический паспорт на себя, и на взрослых, и на детей. У нас в соответствии с федеральным законом 114 вы можете иметь два заграничных паспорта. Один 5-летний, один 10-летний, либо два 10-летних. Два 5-летних, к сожалению, нельзя. Вы можете сделать по Ленина 118. Также у нас в районах области тоже оформляются биометрические паспорта, и вы можете, как бы, где удобно это сделать. Хочу сказать, что биометрические паспорта у нас делаются в Боровском, Жуковском, Малорославецком, Сухиническом, Кировском, Дзержинском районах и в городе Обнинске. Итак, вопросы миграции. Павел Александрович, я знаю, что сотрудники вашего подразделения проводили несколько сотен мероприятий, связанных с пресечением незаконной миграции, там почти 800 мероприятий. Действительно, в первом полугодии 2018 года, как, в принципе, и во всех иных периодах, у нас идет небольшой приток иностранных граждан, лиц без гражданства, которые прибывают в наш регион. Основная цель прибытия до настоящего периода времени остается все та же – это осуществление трудовой деятельности. Вот за текущий период времени у нас на миграционный учет в области стало порядка 120 тысяч иностранных граждан. Вот в отчетный период времени проведено порядка 700 профилактических мероприятий профильных по проверке привлечения
иностранных граждан к трудовой деятельности, а также мероприятий, направленных на проверки, в том числе объектов гостиничного комплекса, прежде всего, проверки хостелов и всех тех мест массового скопления пребывания иностранных граждан. А у нас есть хостелы вообще специально оборудованные, или в основном они проживают, скажем так, в приспособленных, мягко говоря, помещениях? Ну, на текущий период времени официально на территории Калужской области осуществляют деятельность порядка 140 официально зарегистрированных гостиничных комплексов. Это в этом направлении, да? В этом направлении, для которых существует определенный порядок постановки на миграционный учет. Значит, иностранные граждане при заселении в гостиницу либо в иной объект гостиничного комплекса, данная принимающая сторона, гостиничный комплекс, имеет обязанность поставить на миграционный учет иностранного гражданина в течение суток с даты прибытия, а также снять его с учета в течение суток с даты выбытия. То есть полностью обязанность на принимающую сторону, не на иностранном гражданине. В случае невыполнения данных мероприятий существует очень серьезная административная ответственность в виде штрафов в размере от 400 до 800 тысяч рублей на юридическое лицо за каждое неосуществление такого данного действия. Но в основном принимают, наверное, юридические лица, да? В основном по гостиничным комплексам работают юридические лица. Хостелы к такой категории, к сожалению, у нас не относятся. Это деятельность. Почему? К сожалению, потому что фактически... Штраф меньше с них. Нет, вопрос не в этом. К сожалению, данные позиции они распространяются на собственников помещений, которые являются физическими лицами. Если физическое лицо зарегистрировано как индивидуальный предприниматель и представляет фактически гостиничные услуги, у него есть обязанность по постановке на учет в течение суток. А в случае, если это физическое лицо, там немного другие обязательства. Срок постановки на миграционный учет для разной категории граждан варьируется от 7 до 30 суток. То есть мы фактически получаем информацию, ну, гораздо позже, чем бы хотелось. Да, вот как бы в чем проблематика данной ситуации. Вместе с тем, значит, в текущий период времени, с учетом увеличения потока мигрантов в наш регион, выявлено за отчетный период подразделениями более 2000 лиц, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания, либо незаконно осуществляющих трудовую деятельность, из которых 170 именно относятся к категории незаконно пребывающих, либо которые не имели документов, подтверждающих право на пребывание, либо уклонились по окончанию срока пребывания. С учетом принимаемых мер, немного было... ужесточена мера административного воздействия. Вот за пределы Российской Федерации в первом полугодии было выдворено 250 иностранных граждан, что на 34% более аналогичного периода прошлого года. Это помимо, наверное, штрафа, который налагается на принимающую так называемую сторону, да? Это помимо вынесенных административных штрафов. Это те действенные меры, которые побуждают иностранных граждан прежде всего соблюдать действующее миграционное законодательство Российской Федерации, и которые понимают о том, что совершение в той или иной степени различных правонарушений несет вот такую меру ответственности. А кто вообще виноват в данном случае в незаконной миграции вот в этих моментах, допустим? То ли сам мигрант, который решил обойти существующее законодательство Российской Федерации, или принимающая сторона, юридическое там, или частное лицо? Фактически из практики, как правило, вина есть и у одной, и у другой стороны. Прежде всего, те люди, которые незаконно привлекают иностранных граждан, заинтересованы в дешевой иностранной рабочей силы. Они не заинтересованы с экономической составляющей платить налоги за данных граждан, платить налоги с оборота деятельности. А иностранные граждане, в свою очередь, прекрасно понимают, что при оформлении патента на территории Калужской области они обязаны платить в бюджет области единовременный ежемесячный взнос в размере 4 тысяч рублей. То есть фактически те граждане, которые не заинтересованы легально жить и находиться, они злоупотребляют предоставленным им правом пребывать какое-то время, и фактически вот обоюдное нежелание соблюдать действующее законодательство, оно вот приводит именно к таким моментам. Дело в том, что лицензию получить на право работы, надо еще иметь регистрацию. А где регистрироваться людям, которые временно приезжают? Если незаконно их зарегистрируешь, уголовная ответственность, они должны там же проживать. Вот я думаю, почему вот этой миграционной службе, которые занимаются этими вопросами, не создать какой-то центр и их там не регистрировать. Все равно они находят места, где регистрируются, платят бешеные деньги, вот, чтобы патент получить. И идет все кому-то в карман, нарушается все равно законы. И мало того, еще можно, люди могут попасть под уголовную ответственность. То, о чем вы говорите, фактически создать какой-либо адрес и регистрировать всех иностранных граждан, пребывающих в Калужской области, ну вот 120 тысяч у нас прибыло, он законодательством не предусмотрен и противоречит всем действующим нормам вообще в целом миграционным. Миграционная политика нашего государства строится таким образом, чтобы иностранный гражданин мог доступно стать на миграционный учет в том месте, и это его обязанность в том числе, где он пребывает и находится, чтобы мы могли контролировать и
анализировать ту информацию, которая поступает. Потому что понятно, что если они будут все пребывать, проживать по одному адресу и фактически будут находиться на территории всей нашей области, мы не можем ни найти иностранного гражданина, ни посмотреть, где он, чем он занимается, какая цель его пребывания. Я говорю вам о том, что это обязанность самой принимающей стороны, то есть нас с вами, у тех, у кого эти люди пребывают, проживают. И если принимающая сторона будет добросовестно исполнять данную обязанность, иностранный гражданин не будет вынужден платить кому-то за постановку в резиновом адресе и за осуществление уголовно наказуемых деяний. Вы говорите о тех людях, которые наживаются на иностранных граждан, представляя им незаконные услуги по регистрации либо по постановке на учет. Что касается незаконности, вот если говорить, то кто, даже вообще принцип миграции, кто-то к нам больше всего едет? Прежде всего, преобладают, конечно, страны ближнего зарубежья, из таких республик, как Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Украина, Армения и Азербайджан. Это наиболее те анклавы, которые у нас сосредоточены на территории Калужской области. Более 50% – это, конечно, граждане Узбекистана и Таджикистана, которые приезжают именно с целью въезда работ. А граждане из так называемых капиталистических стран? Насколько это популярно у них в Калужской области для если работы? Если говорить о странах из капиталистических стран, да, как мы предполагаем, страны Европы, да? Ну, или, может быть, Южной Америки. Ну, более 3000 действительно эти граждане приезжают. Прежде всего, это наши автомобильные анклавы, да, это Peugeot Citroёn, Volvo, Volkswagen, иные большие организации, Берлин Химии и прочие крупные объекты, на которых задействованы данные граждане в качестве высококвалифицированных специалистов. Это действительно люди, которые приезжают работать, осуществлять конкретную трудовую деятельность. Привлекаются у нас более 1000 человек за текущий период времени по разрешениям на работу из визовых стран. В основном преимущество присутствуют у нас граждане Вьетнама, Китая, ну и в меньших пропорциях фактически все со всего мира. То есть это конкретные специалисты, по которым проходит согласование привлечения их, согласование с Министерством труда Калужской области, действует целая межведомственная комиссия по одобрению тех заявок, которые поступают от работодателей. Комиссионно, там более 20 членов комиссии, которые принимают решения о необходимости и возможности привлекать иностранных работников из дальнего зарубежья при наличии незанятых вакансий гражданами Российской Федерации. То есть позиция обеспечения трудовой силы все-таки граждан Российской Федерации, она имеет преимущественное значение. То есть первоначально обязанность работодателя размещить данные вакансии, в том числе и на рынке труда, на территории Калужской области. И в случае, необращения, либо неудовлетворительного подбора персонала российского, привлекаются только уже потом только иностранные граждане. Спасибо вам большое, уважаемые гости. Успехов вам в работе, могу только пожелать. Спасибо, что пришли в такую рань. Ну, я думаю, для сотрудников МВД, наверное, это нормально. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Всего хорошего.